Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я хотел бы немного обсудить, что же нам предстоит в ближайшем будущем. То есть, изменения на серверах, конкурс, который я устраивал в своей группе ВКонтакте. Если вы не знаете, ребята, то я начал, вот сейчас, именно сейчас, я, наверное, начну, и, в принципе, уже начал устраивать конкурсы на каких-то редких покемонов у меня на сервере. И как принять в нем участие? Ребята, просто-напросто иногда чекайте сайт моих серверов, моего проекта, да, можно и так сказать. Ссылочка также есть в описании. И вот последний пост, последняя новость, которую я оставил вроде 17 мая. То есть то, что я разыгрываю Shiny Riolu на своем бесплатном сервере. И вы всегда можете принять участие. Но как же принять участие? Вы должны перейти в группу мою ВКонтакте. Также буду очень благодарен, если вы в нее вступите. А вы всегда там сможете найти какие-то свежейшие новости, изменения, расписание выхода серии и остальное. Всегда следите за новостями. И, ребята, я устроил конкурс на 19 число, 19 мая. Ну, лично для меня в честь выхода The Witcher 3. Просто-напросто это для меня какой-то маленький праздник. И что от вас требовалось? Просто-напросто играть на этом сервере, чтобы у вас был ник, персонаж на этом сервере. Поставить лайк под записью в группе ВКонтакте. И также сделать репост этой записи. Давайте, в принципе, быстренько перейдем в группу ВКонтакте. И я вам покажу, как это выглядит. Ну вот мы перешли в мою группу ВКонтакте. Вот не последний, конечно, но предыдущий пост, где я написал, что небольшой розыгрыш в честь того, что завтра выходит The Witcher 3, разыгрывается Shiny Riolu первого уровня на моем бесплатном сервере Amazing Poke World. Тут ошибочка, Poke World. Ладно. Лайки поставили 76 человек, сделали репост 54 человека. То есть у нас сейчас 54 претендента на Shiny Riolu. Также вы должны состоять в этом сообществе для того, чтобы просто-напросто ваш репост засчитался, без этого никак. Ну и, конечно же, поставить лайк. Поэтому, ребята, всегда проверяйте мою группу ВКонтакте. Тут много всяких обсуждений, обновлений, новостей и всего другого. Поэтому, ребята, не забываем сюда вступать и просто-напросто следить за новостями. А сейчас переходим на сайт, где мы будем выбирать нашего победителя. Вот он, ребята, и сайт. Давайте же мы сразу приступим. Ссылочка на наш конкурс. Определить победителя конкурса сейчас состоит в сообществе. Да, сделать репост. Сделал репост. Репост, да. Количество победителей 1. Ну что, ребята, определить победителя. Давайте. 1, 2, 3. Желаю всем удачи, кто принимал участие. Так, победитель, определяйся, что-то ты завис, победитель. Или я... А, вот, ну нужно немного времени. Ну что, моя группа, и снизу наш победитель. Победители? Андрей Соболев. Да, поздравляю тебя, Андрей. Я тебе сразу же прямо сейчас напишу ВКонтакте, то есть... Ты выиграл Shiny Riolu. Я тебя поздравляю, ну что тебе нужно? Я тебе напишу ВКонтакте, если ты мне не ответишь в течение, давайте в течение одного дня. То есть, если он не ответит мне в течение одного дня, то есть не сообщит свой ник на моем сервере, то, к сожалению, я перевыберу победителя и кому-то отдам другому Shiny Riolu. Ребята, вы не расстраивайтесь, потому что я буду вот сейчас такие конкурсы, это мини-раздачи, буду проводить регулярно, и вы всегда следите за новостями и на сайте, и в группе, чтобы знать, когда конкурс, как принять участие и когда будут выбраны победители. А сейчас, ребята, приступим к чему-то другому. Ну, вот, ребята, мы зашли на наш сервер. Во-первых, давайте же сразу выдадим приз нашему победителю. Сейчас вы можете видеть переписку, чтобы не думали, что мол, Эдисон там не выдает приз. Я, ребята, раз я объявил конкурс, значит приз будет. Вы сейчас можете видеть, или видели уже. Сейчас я выдаю покегив Андрей Риолу Shiny Level 1. Все, поздравляю. И си с Shiny Riolu. Не забываем следить за новостями
будут еще розыгрыши. И сейчас, секундочку, ребята. Не флуди, получишь... Правило есть правило. И сейчас, ребята, давайте повторим, точнее, не повторим, что будет, какие будут изменения на сервере. Ну, во-первых, давайте начнем с этого сервера, с бесплатного. Турнир, ну, турниры тут, в принципе, проходят каждую неделю, каждые две недели. Поэтому, когда будут турниры, вы всегда можете найти также и в группе ВКонтакте, и в первую очередь на моем сайте, там всегда в первую очередь обновления, новости. Поэтому, ребята, всегда следите за новостями. Когда будет, какие правила, вы сможете найти там. Во-вторых, также еще раз повторюсь, смотрите на сайте в группе, когда будут небольшие розыгрыши, они будут, в принципе, каждую неделю, даже каждый... По два, по три раза каждую неделю, ну, когда как, зависимо от моей... Ну, от ситуации, могу ли я или нет. И, ребята... Что я еще хотел сказать? По поводу раздач на этом сервере. Ребята, у нас сейчас такая схема будет. Мы будем делать раздачи, как будто казино, знаете? У нас будет... Тут мы с людьми планируем на этом сервере. Будет большая стена с 50 табличками, да. Будут 25 участников, которые будут покупать билеты на эту табличку. То есть... Будут приниматься заказы, например. Приходит чувак к другому чуваку, например, к модератору. Говорит, мол, на табличке есть... На той стене есть 50 табличкой с цифрами. От 1 до 50. И, например, человек может купить... Вот вы назойливые. Вот. Человек может купить от 1... Человек может покупать от 1 до 2 табличек. Например, подходит, я хочу табличку номер 8 и хочу табличку номер... 22. Покупай 2 таблички и все. И мы ждем до того времени, пока все 50 табличек заполнятся. То есть у нас будут 25 участников. И у каждого из участников будет шанс выиграть какой-то приз. Например, потом мы будем также устраивать вот такие лотереи, да, то есть рандомные сайты, которые выбирают рандомных победителей. От цифры от 1 до 50. И у каждого человека есть двойной шанс, потому что он покупает целых 2 таблички. Например, мы сейчас разыгрываем там Shiny Dratini, да? На сайт, поехали, от 1 до 50. Например, выпала цифра там 25, опа, смотрим на табличку, ага, табличку 25 купил такой-то, такой-то, такой-то участник. Поздравляю тот участник, держи приз. И так мы будем делать раздачи и, в принципе, вот сейчас уже полный рандом. А то, знаете, есть такие люди, которые... В принципе, это действительно, я с вами согласен, это несправедливо, когда, например, я раздаю там одного шани, другого шани, третьего шани, раздаю там 5-10 мастерболов, и иногда один человек это может все словить, а другой человек это не словит, потому что, ну, просто-напросто не повезло ему, да? А так, например, кто выиграл там шани Дратини, мы его удаляем с таблички, чтобы уже он не смог выиграть, чтобы другой человек уже тоже смог принять участие в розыгрыше. И, ребята, когда будут эти розыгрыши? Не каждый понедельник, не каждую субботу, не каждое воскресенье, не каждое воскресенье, а каждые 1000 подписчиков на моем канале. Как это будет работать? Например, когда у меня 33 тысячи подписчиков, допустим, сейчас, розыгрыш будет, когда у меня будет 34 тысячи подписчиков. Потому что, ну честно, ребята, ну у меня не всегда есть время зайти в субботу или воскресенье. Или, например, в субботу мы там... семьей, может, соберемся куда-то поехать отдохнуть, да, и у меня всю субботу не будет дома, потому что я просто-напросто где-то отдыхаю. А на меня начнут потом гнать, мол, Эдисон, должна быть раздача, ты ее опять принес, там отписка, дизлайк, ла-ла-ла-ла-ла, как это всегда бывает. Поэтому, ребята, когда я буду видеть, что, ага, уже подходит к новой 1000 подписчиков, тогда я уже буду подготавливаться. Ага, запланировано такое, приблизительно такое число, и тогда у нас уже будет 100% раздачи, я буду заранее объявлять. Поэтому, ребята, сейчас у меня 33 тысячи подписчиков, когда у нас будет 34 тысячи подписчиков, будет новая раздача. Когда будет 35 тысяч подписчиков, будет еще одна раздача. Я не знаю, может и вы как-то в этом можете повлиять, может, если вы не подписаны, то на меня подписаться... попросить своих друзей, чтобы подписались, потому что я вам даю слово человека, что
раздачи будут тогда, когда у меня будет новая 1000 подписчиков. Каждая 1000. Если у меня за 5 дней наберется 1000 подписчиков, что, в принципе, невозможно. Но если вы как-то этому повлияете, допустим, позовете своих друзей, чтобы они подписались, или там аккаунты новые создадите. Ну, это уже зависит от вас, я не буду вас учить или поделиться этим видео, чтобы ваши друзья там какие-то увидели. А если, например, за неделю наберется новая 1000, то через неделю будет новая раздача. А если, ну просто гипотетически, если каждая 1000 подписчиков будет набираться каждый день, то каждый день будет раздача. Я вам даю, ну прям, слово человека, что если каждый день будет новая 1000, каждый день будет раздача. Но это я все образно говорю, ребят, это все зависит от вас. Поэтому, ребята, вы сейчас знаете, что и как. И в последних скоро будет новый сервер. Не сервер Пиксельмона, но будет отличный сервер, где я буду делать свой новый летсплей. Сейчас у нас есть Пиксельмон. Let's play. Когда закончится этот сезон, мы, конечно же, начнем новый сезон, можно так сказать, потому что там есть классные новые версии. И также мы, наверное, будем делать еще один дополнительный сезон, то есть кулинарный сезон или Tropicraft. Это тоже будет позже, я просто сделаю на днях, можно так сказать, с новым видео, где вы будете выбирать, какой у нас будет сезон. Также у нас есть как бы еще один мини-сезон, это игра на сервере с другими людьми на Record World. И также у нас еще один будет дополнительный сезон, игра на моем новом сервере, это может будет Industrial. Я буду у вас учиться, ребята, потому что я в этом ни хрена не шарю, но я буду очень рад, если вы мне научите, как играть вообще с Industrial. Но это будет чуть позже, сервера уже будут подготавливаться. Также в скором времени в донат будут добавлены там Shiny Reel, Дратини и остальные новости. Вы все можете, еще раз повторюсь, любые новости, да, мельчайшие новости вы можете узнать у меня в группе ВКонтакте. Да, у меня в группе ВКонтакте, потому что на сайте идут новости только по связи с проектом, а в группе ВКонтакте связи совсем. Поэтому, ребята, все, что я сказал, следите за новыми розыгрышами, мини-розыгрышами с репостами в группе ВКонтакте. Вы можете решать, когда они будут. Хотя нет, это, в принципе, не вы можете решать, когда они будут. Но они будут регулярно. Один, два, может, даже иногда три раза в неделю. А когда будут глобальные розыгрыши, раздачи, точнее, призов, легенд, шайни дратини, метагроссов, риол, других покемонов с натурой, мастерболы, даже VIP-статусы будут разыгрываться, если вы знаете, что такое VIP-статус. Это вот сейчас это зависит от вас. Каждую новую 1000 подписчиков. Сейчас у меня, например, 33 тысячи подписчика, на 34 будет новая раздача. На 35 будет новая раздача. На 36, 37, 38 будут новые раздачи. И когда у нас будут набираться по 1000 подписчиков, будет новая раздача. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Следите за новостями. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Всем удачи. Всем пока.